передачу ВК, и недалеко, так сказать, от мостов, на которых я могла подняться. Вначале я решил, что это дайвинги, вот этот плыв, всплывает. Причем он оказался между мной и берегом. То есть мне некуда было двигаться, кругами ходить, да, вокруг меня. Ну вот. Ну и в этот момент уже, так сказать, она мне уже стала нападать. Опустила вот эту руку, отпустила, и я в районе кверху стала кричать: «Помогите, акулы!»